Inside lane, missing exits, glued to the pavement, between the lines, I'll keep my gaze straight ahead, as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors, I've gone around once, and I don't need to go around anymore. Break away, get your sober case, stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, and cancel the cruise control. You wanna feel inside lane, missing exits, glued to the pavement, between the lines, I'll keep my gaze straight ahead, as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors, I've gone around once, and I don't need to go around anymore. Break away, forget your sober case, stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, and cancel the cruise control, switch in the manual, don't you wanna feel Нету. Дорогой жених и дружки, вас приветствуют подружки. Ну, придут. Чтобы невесту вам найти, нужно многое пройти. Я хочу, чтобы в одной зазвенело, в другой зашуршало, а в третьей зашипело. Давай сейчас сообразим. Зашипело. Звенело? Да, прям очень звенело. Давай, пускай звенит прям громко-громко. Давай, зазвенело, зашуршало, зашипело. Да. Давай, сейчас, смотри. Пускай звенит, звенит. Полностью. Звенел? Нет. Звенит и так. Звенит, звенит, звенит. Хватит нам. Звенит, мы слышим, мы все свидетели. Не-не-не-не-не-не-не. Звенит, звенит, все как звенит. Загодите. Глушь тогда, глушь. Звенит. Звенит, звенит. Так,
Смотри, шуршу. Как не шуршит лучше? Шуршит. А дальше можно? Давай. Подожди. Не шуршит, свинит уже. Шурика, да, через забор. Санёк, когда пойдём? Давай. Заходим. Ну как нет, вы чё? Всё. Рвать или отвязывать? Давай. Бить, вон чё. Давайте еще одну. Шуршит. Шуршит. Дай. Заглушила. Дашу будешь звать. Развязывай узел и кричи, чтобы она услышала, как ты ее будешь называть. Дашулечка! Красотулечка! Красотулечка! Дашулечка, Дашенька, любимая! Дорогая! Дашулечка, Дашенька, Дарья! Дашулечка! Ненаглядная моя! Ненаглядная моя! Через один быстрее будет! Умница моя! Умница моя! Конечно, что мы должны? Симпатяга ты моя! Симпатяга ты моя! Солнце, месяц, полнолуние! Солнышко мое! Что долго нервы мотать, быстрее развернуть? Давай, Марина! Красавица моя! В деревне видел. Пошел. Время уж пора. Смотрите, не распишут. Саша, развяжи сам большой палку. Вот это развяжи два. Я сам забыл. Там два, тихонько. А ты как завязал? Саша, открыли! Ой, там прям мафия не пройдет. Стеной стали против нас. Где стоишь-то? Зачем здесь стоять? Ну, Санек, а ты силен и спортивен, и умен. А теперь на этом месте крикни горло не щадя. Ты в окно своей невесте, Даша, я люблю тебя. Все? Сейчас, поехали. Цветок, мам. Да, жених-то неплохой. Только вот вопрос какой. Нужен выкуп, дорогой. Ты принес его с собой? Ведь наша невеста из добного теста. Конечно, красиво, румяно, плечики твороженные, рученьки пирожные, походка павлиния, речь лебедины, взгляд 500, а одна бровь 1 000 000 стоит. Так что торгуйтесь, не ленитесь, платите, не скупитесь. Смотри, здесь на дворе, давай. А да, я слышал, я не дешевый. А как? Я сам не дешевле. У меня мой мед, как брови, 2 000 000 стоит только. Дальше. Что ты далеко заперли у меня? Все красивее белье. Серебром напиши. Дашуля моя. Держи, пацан, айда мелочь. Писал, мы художники старые, опытные. Сколько работы за плечами? Нет, хватит. У меня почки для тоже. Он некрасив, что... Саша, пиши прям, Дашу, Оля, пиши, что ты дашь? Ну, а там трава! Ну, свидетель, выходи. Иди сюда. И ответ ты нам держи. Не таи ни в чем греха. Расскажи про жениха. Ну, а вы чего стоите? Ну-ка друга расхвалите. Притаскивай спичку и говори его хорошие качества. Классный, мощный, умный, работящий. Дорогой друг. Любимый. Да, Шурик, бля. А слов нету. Долго с Дашей-то гулял?
потерял, конечно, слова. Просто нет слов. А теперь надеть скорее, будь миленькой своей. Сам дешевый. Это все, сынок, раз ты видишь, сам красивый. Только не торопись. Дешевый. Один 60 рублей. Зачем 60 рублей? Нет, давай хотя бы дальше. Пока троны даже зеленую долю брали. Блядь, а здесь разводят. Давай 60 рублей. Не пусть устоит. А покажите, где вот ее. Мы будем опять думать дальше, если кажется, где она. Нет, 60 рублей. Я там больше не вижу ничего. 60 рублей. Сдачи не надо. 10 рублей еще. Нет, 30 рублей. С этим губчиком я опять что мне? Давай дальше. Губчик, дорогие. Надо было засуду идти тогда, блин. Давай дальше. Сейчас нам писали. Какие ее? 40. Нет, давай 40, 40 не стоит. Ну, давай хороший. Давай 2,50. Дальше. 40. 40. Ты что? Давай дальше. Я вам за сколько школьный училище снять. Хватит. Ну что, все, такое? Хватит. Давайте, давайте отдавайте, берите. Все, мальчишки, я знаю, у них вход там есть, с той стороны. Где? Нет, а нет, на следующий шпор сейчас зовем. Вот, открывайте. Там потом я сварю вас. А я там не отчаю. Я там не отчаю. Нет, куда? 500! Ты на невесту ее идешь, а замуж как ее возьмешь? Рука. Нету туфельки одной, отыщи ее. Валенку все, найдем какой-нибудь. Прости. Да что нам надо? Ты чего уж, девчонки, нельзя, чего уж нельзя, да? Да ладно, успокойтесь, сто раз так делал. Сынок, бери давай, да пошли быстрее. Слушай, обещает твой жених... Опять по дороге, дочитайте. Обещает твой жених, будет нешен, будет тих. Этот день он не забудет, деньги в дом нести он будет. Но других уже не глянет, не обидит, не обманет. Взял он всем, чем говорится. Как тебе жених? Годится. Все? На встречу пошли, нам, понимаешь? Ну, а там, я же чего стоял. Добро дали. Где аплодисмент, а? Где? Вот. Вот открыть шампанское-то есть. А да, ну ладно. Да, Надя, пока не открывай, открывай. Что главное? И Даме мы так дадим ей, когда придет к нам жить. Что, еще одну открываем или что? Я что-то хозяев не вижу, которую угощает. Саш. Девочки. Тетяташ! Гуляйте, там вино налить. Хозяйка еще. Шампанское. Вино, вино. Иди зови. Нет, лучше. Я шипну позвоню. Нет, дай вон. Что-нибудь едет. Бери шампанское. Кому сейчас забежали? Жениться, выйти и пойти. Да, Шулька! Ой, со мной. Давай,